Дяденька ходит, продает. Я думала, если ты ешь, то я бы тебе купила, когда он придет. Ходит дяденька и продает кукурузу. Твоя семья? И моя семья вся любит. Только вот Самсон не любит. Я тоже. Ты тоже не любишь? А тебя как зовут? Как? Денис. Очень приятно. Самсон, познакомься. Это Денис. А это Самсон. Скажи, я Самсон. Это уши, как песок, не насыпает. А тебе сколько лет? Пока 6. Пока 6? Скоро 7 уже, наверное, да? Ну, не знаю, уже 6. Уже большенький. Ну, конечно, потому что я уже в школу хожу. Ты уже в школу ходишь? Конечно, я в нулевой класс. Скоро пойду, и я в класс. Это только мне подготовка к первому классу. Ну, классно. Нравится ходить в школу? Нет. Там просто много... Садик лучше, правда? Садик? Да. Там хотя бы домашние, это домашние. И в детсаде надо? В детском саде еще надо. Уроки делать? Ну да. Ну что же это тебе детский сад? Детство тебя лишал. Ну, а еще я хожу на... А, на бокс, на бокс. А, бокс, это хорошо. И еще на джиу-джитсу. А это что? И на спорт, пока тренировка. Классно, молодец. Это там с пульсами уже. Молодец, значит, и спортсмен, да? Ну, пока еще нет. У меня пока белый пояс. Уже нет, уже да. Ты занимаешься спортом, значит, ты уже спортсмен. Ты закаляешь волю, характер. У тебя силы все время не должны. Ну, на тренировку? Поэтому ты спортсмен. Я хожу только я уже и пояс несу. Сначала я захожу в детский сад, потом уже иду на тренировку. Молодец, молодец. И делай так больше. Она случайно, он случайно так вот делает. Это каждый раз. Кому не говорит. Непредсказуемая вещь. Хотелось бы мне иметь владение над ним. Даже, кстати, меня тренировочника, ну, то есть тренера, называется Владимир Викторович. Ворача! Ага, он на боксе. У нас тренировка. Еще, девочек, если что, тренер. Да? Ага, это очень смешно. Все от него даже ржут. Даже Владимир Викторович. Ну, зато весело, видишь как? Ну, да. Используй. А зато еще мы играем в вышибалу. Это очень классная, это классная игра, мне очень нравится. Только там надо бегать от мяча. Если мяч у тебя закрылся, то ты либо отжимаешься, либо идешь боксировать. Ну, в общем, задание какое-то выполняешь, да? Я когда была маленькая, мы тоже в вышибалы играли. Только у нас не было заданий. Вышибли и все, и с двух сторон посмотрим. А у вас видишь как? Ага, я даже с понтоном когда-то играла. Это еще один мой друг просто. У меня много друг. Понтоном. Побьешься кто? Понтоном. Да нет, понтон, ну, друг. Понтон, не понтон. Еще Ярослав ходит? Ага, Ярослав. Такой друг? Ага. Классно.
классно. Хорошо, когда много людей. Что у меня есть другие глупые слова? Мы этот вопрос хорошо. Понятно. Возможно, Никита будет юмористом. Сколько, девочки? У тебя помощник? Да. Будете играть? Самсон. Да. Самсон, ты берешь Дениса в друзья? Это у меня есть два пушистого, один акула, один тиранозавр. Рек. Ну блин, легкий уже, какого хрена? О, лопата. И такая лопата, и такая лопата. Кстати, с ней можно играть в сокровище. Ну, закапывать там что-нибудь, потом лопатой искать. И откапывать. Так можно сделать. Да. Давай я Самсону вот это вот спрячу. Ну, только надо место обозначить. А то по всему пляжу уже не будешь искать, правильно? Я здесь нарисую вот так кончик, бабочку вот так. А он здесь тоже? Это листик. Я пока ему сделаю легкий угол, где будет лопата. Вот это ты с Самсоном договаривайся. Будет он играть в такую игру или нет? Будешь? Что такая радостная? Все, садись. Будешь? Да. Ну давайте, тогда сразу правила обсудите. Первое правило. Нельзя подслушивать, подсказывать игроку где-то какая вещь. Хорошо. Как он, наверное, появится, нельзя. Можно? Ну, и нужно обозначить, нет. Можно, знаете, как, наверное, сделать? Как вот взять, начертить круг. А что ты хочешь сюда? Вообще-то не здесь я закопала, а вот здесь. Нет, ну где будете закапывать? Ты уже закопала? Вот. И вот в этом кругу где-нибудь закопать. И пусть ищет. Ага. Вот. Всё. Это маленький круг. Тут прям и сразу. Что? Здесь все равно есть. Ну, тут сразу прям найдет он. Тот, кто будет искать, сразу найдет. Да, вот такой кружок. Ну, может, сюда переедете? Да, ладно. Так, сейчас я покажу. А я покажу, А, ты пошел в другое место? Ну давай, и круг нарисуешь, да? Он уже полный, наверное. Можно посмотреть? Нет, не полный. Вот. Он нарисовал круг. Давай. О, смотри, там все. Уже все там. Нет, вот тут нет. Ну, насыпаешься. Давай я закопаю. Ну, это слишком большая лопата. Надо чуть-чуть насыпать и потрясти. Насыпать и потрясти. За голову надо. Все, Самсон, тут есть кусок, тут есть, тут есть. Вот. Тебе не надо это укусать, закапывать и потом дома заберешь. Нет, Самсон, мы с собой домой в пакетик кусок не берем, потому что мы же не довеземся, все равно. Ага? Так что, будем играть? Будете играть?
Будешь искать, где там Денис закопал игрушку? Ну, сначала легкий уровень. Ты круг нарисовал? Ага. Сначала легкий уровень. Потом я немножко посложнее. Ну, какую-то твою игрушку. Вот смотри, там где, видишь оранжевую лопату, и там туда закапано твоя игрушка. Можешь взять вот эту и вот эту игрушку. Нет, возьми лопату красную, возьми вот эту лопату. Это мы поняли, кто подает. Вот, убирай и копай. Молодец, ты нашел. Теперь ты закапывай. Ты закапывай, а я ищу. Давай посложнее в уровень. Я не ищу. Подожди, нет. А теперь что, круг нарисуем? Да. А мы тебе сможем побольше. Я паузу взяли. Я вас умоляю. Я даже не видела, что на две части разрежу. Вы готовы? Да. Что? Денис, вот видим большой ключ. Дадим я. Здесь закапать. А, ну давай, давай я. Да. Вот. Ну что? Ну я сразу вижу. Вот. Я закапал, ты иди. Я. Погоди, не подсматривай. Видно, ты поярче сделал. Пойдем. Ну там была. Ну он сам увидит круг. Да я его даже. Я. Вот видишь круг? Ага, посередине закапано. Посередине. Так посередине тогда и искать нечего. Давай. Вот она. Дай я тебе побольше. Ты кучку не делай. Так вот он найдет, он сразу бугорок увидит и найдет. Так, и вот так вот круг нарисуем. Не, давай не. Вот так. Да. Чего? Иди ищи. Иди ищи. Я уже увидел. Где ты увидел? Где? Так вот. Ну так давай ищи. Так сильно не кидай, то в глаза попадешь. Ищи. Ты ж просил посложнее. Тихо, 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 не бросай так песок. В глаза попадешь. Денис, ты можешь вот так вот песок? Не вот так вот, а вот так вот. Раз. Раз. Ладно. Нет, в этом кругу. Что-то я... Ищи. Ты посильнее. Посложнее. Вот и мы сделали посложнее. Это я говорил тебе посложнее сделать. Ну, он тебе и сделал. Это я... Это не мне, тебе. Ты говоришь, мне посложнее, мне побольше круг, потому что я побольше. А потом второй раз ты... Не вижу лопаты. Ну, так все перекапывай. Ты же, наверное, еще не везде копал. Смотри, да. Тут ты копал. Где не копал, там копай. Я здесь еще не копал. Да. Это не наша. Нет, это крышка. Это кто-то потерял. Так, копаем дальше. Копаем. Мне кажется, ты никогда не найдешь. Молодец. О! Видишь? Ага, нашел. Все, победа. Давай теперь я тебе посложнее ты сделал. Только закрутил оба глаза, чтобы как? Ой, мы от камеры нам нужно отойти, а то мы все девчонкам портим.
вечерок. Ты найдешь, пойдем купаться, хорошо? Я хочу купаться. А что мы? Можно покупаться, а с Денисом пойдем. Да мне страшно тебя оставлять. Да не больно. Ну, все, можем идти? Ага. Тихо-тихо, камера. Где тут круг? Я вижу. Так, круг начертил? Ага. А где? Вот он круг. Да, не там круг. Вот. Видишь, вот круг. Я ее закопал вот это место. А почему там ее здесь? Круг не так. Ну ладно, когда вы закапываете, я ищу. Я жду. Денис, вот где прихлопнули. Видишь, вот прихлопнули. Нашел, молодец. Нет, мы ничего не думали. Около сюда камеры не ходите, вот сюда иди. Аккуратно складывай. Вот, смотри. Если ты захотел что-то, иди сюда. Бери вот эту штуку и что-нибудь крафт. Не надо, ты руку потеряешь, мы ее потом не найдешь. Мы ее домой возьмем, дома все сделаем. Хорошо? Здесь наступай немножко песка. Не рассказывай. О, пипа. То, а где папа? И его туда ловим. Потом алмаз наложишь сверху два алмаза, и тебе дают вот так.
У меня есть планшет, телефон. 09? Только телефон, но на моем телефоне. Да, я помню, я помню. И тогда, чтобы мне кажется, построить дом, и что я маленький, собираюсь там построить. Ну, из верстакаток невозможно сделать. Возможно, просто нет, не было. Ну, по ощущениям не было. Например, вот из листов. Ну, я обычно чувствую, если ты вдруг увидел Эндермена, ты не видишь его, иначе он будет телепортироваться и тебя бить. Кстати, Эндермен тоже может брать блоки. Смотри, он... Я здесь. Вот такой вот открывает рот, когда ты его бьешь. Смотри, я даже так делаю. Не-не-не, хорошо. А счет? Да. 1-0. 1-0 или 0-1? 0-1. Воду принести бабушку. Я знаю, что Эндермен... А так Эндермен обитает в темноте. Можно вас попросить? Я пойду. Откуда здесь такой булыжник? О, давай попаем. Ага. Самсон, я пошла купаться. Вот туда. Там мы не пройдем. Ой, осторожно. Вот сейчас. Мы с копами так камень. Ну, очень тяжело, мы не с копами. Так, нам нужна рогатка. Нам нужна вот эта, знаешь, ящика называется? Это рогатка. Ей ты можешь вот так вот откапывать, как лопатой. Оно отличается. Ни камень мне так не откопает. Что ты стоишь? Ты посмотрел уже. Ты море-то не возьмешь? Так, все, мы поедем. О, ты уже себе что-то скрафтил? Так, я уже себе скрафтил, пока ты там делал. Так, ты знаешь, как нам надо скрафтить? Верстак. Знаешь как? Нам сначала нужно дерево, потом нам нужен будет лук. Это все соединить. Ну, ты что-нибудь найдешь по типу верстака? Ну, потом ты нажмешь на штуки, ты себе скрафтишь там. Так, сначала ты из дерева, сколько ты докопал дерева, ложишь на самый угол вот этот, и потом тебе дают дом. А из доса я еще хочу скрафтить. Что? Что? Ой, это животное. Животное скрафтит. Так, молодец, ты скрафтил себе вот. Так, что я здесь могу сам скрафтить? О, смотри, здесь можно, блин. Здесь можно за 100 миллионов тысяч ватов купить песочный огород. Круто! Он же пицца-крафт! Папа, вот покопал. А ты не надо будет еще стоять. Это же медуза. Я очень боюсь медузы. Ой, дельфин! Иди давай, пока папа с мамой. Это кто? Это краппа. Это похоже на краппа. А ты хотел? Я шапка. Это что? Ой, это же бурные пузыри. Я скрафчу машину. А, молодец, ты скрафчу. Сейчас, пока не смотри. Смотри, что я из-за клёвого. Я что-то нашел. Что это? Камень просто. Это камень, да. Ой, а это что? Что делать? Я делала, я делала. Ладно, я делала. Ладно, не разговаривай, что ли? Кстати,
Ой, я ракер. Смотри, какой он. Блин, еще медузу скрафтил. Смотри, какая медуза. Что, дельфина? Так, я больше никого не скрафчу, потому что у меня доски закончились. А я школа дом скрафтил. Ой, уже начинается быть выживание. Нам нужно быстренько сделать себе дом, иначе на нас наползет критер и зарвет наш дом. Крипер? А ты знаешь, как его нубики называл крипера? Огурец. Все, я построю себе дом. Я в безопасности. Вот, все. Я построил дом. У меня еще машина есть. Давай будем каким-нибудь из этих челоников. Я буду крабом. А я буду дельфином. А там они всех дельфины. А мой любимый это краб. У медузы моя не любимая. Она потому что жарится. А кстати, в нашем океане тоже есть много медуз. Я Так, что нам делать? О, вот это, давай, смотри. Ой-ка. Надо срочно найти!
не пробьет стекло, но если в стекле будет дырка, она на нее полезет и все затопит. Он ковается, Контеркэт ведет. Контеркэт? Он нападет только на следующую неделю. Да, как она пойдет? Ну, надо до него и что-нибудь. Так, я построю железного кого-то. Вот, я этого построю. Я построил липофугу. Гоп-гоп-гоп. Давай еще на всякий случай построим железного голема. Да я, ой, смотри, комар какой на меня залетел. Я его убил. Ой, я построил два железных голема. Это такая тункета. Ой, я построил лазер. Молодец. На нас сейчас нападет контеркэт, потом цунами. Нам нужно быстрее скрафтить лазер и под лифт. Знаешь, мы когда в Майнкрафте, мы можем плавать над водой, и вода нас куда-нибудь поднимает. Так что нам нужно делать никого. Я буду плавать. Да-да-да, буду мясо, пока это все будет сорваться. Да что-то непонятно, как-то он летел так. Не понял, что он так непонятно. Все, я принес мясо. Так, молодец, я пока попробую, смотри, я скрафтю лейку. Лейку скрафтю. Так, я пойду наполню с водой. Хорошо, Самсон. Ах, капец, мы больше не можем защищаться. У нас так останется терпит. Так, я сделаю серьезного кольца. Мама слышит? Я слышу. Можно будет узнавать. Эту лазер, я с гольма. И сейчас у меня... И сейчас... Эту долго я хочу сделать. Это... Уже наступает ночь. Не, мне нужно срочно придумать, как это сделать. Придумай. Так, придумал. Лодка-то дырявая. Я сделаю мощный лазер. Вот я лаву. Где я лаву сделал? Не с лазерами. Я лаву сделал. У нас теперь есть лава. Да сейчас. Тебе холодно? Видишь, как мы синёк забрали? Даже холодно тебе. Я справа стою, да? Я уже забыла. Смотришь, вот и смотри, да. Так. Я здесь.
тебе воду настоящую принес. Знаешь, зачем мне налил эту воду? Поиграть. Пойдемте со мной. А игрушки туда перенесем, вот там на солнышке будете. Там поиграете. И там солнышко, и там ближе к воде. Давайте собираем. Давайте соберем все в пакетик. Завтра придет колтунчок. Не до подальше. Колтунчок. И переезжай. Да, колтунчок. Завтра придет. Я, кстати, видел этот собаку. А собаки, они не боятся воды. Ага. Я не знаю, чего боятся собаки. Я тоже не знаю. Да просто месяц. А может, ты не понял, что боятся? Нет, они просто могут бояться собак. Знаешь, что это? Иди сюда. Давай.
Ты плавать не пойдешь? Сантиметра. Ровно. 15-15. Да, первые два твои. Давай, да, возьму. Да, больше. Нет, еще один. Давай еще один. Я просто очень радуюсь. Дезориентируешь меня.